Это кабинет психолога педагогической коррекции, расположенный в центре Бурабайского района. В прошлом году из областного бюджета было выделено 14 миллионов тенге, проведен текущий ремонт. В результате тепловые установки учреждения были заменены. Кроме того, укреплена техническая база. В центре, который был открыт в 2004 году, сегодня обучается 76 детей. Из них 30 с ограниченными возможностями. В коррекционном кабинете много классов для всестороннего развития ребенка. Имеется достаточно квалифицированных специалистов, отмечает заведующая кабинетом. На сегодняшний день у нас достаточно необходимых специалистов. У нас работают более 10 специалистов. Из них 3 логопеда, 3 дефектолога, 2 педагога, психолог и социальный работник, специалист по лечебной физкультуре. Дети всесторонне охвачены коррекционной помощью. В 2020 году для перевозки этой категории детей был приобретен специальный автомобиль. На этой же машине возим детей из сел 2 раза в неделю. Маленький Рызбек приезжает в этот центр из села Абылайхан, прилегающего к району. Для таких детей, как он, из разных сел и аулов, раньше было проблемой добираться до места назначения. Зачастую родители привозили детей сами. К счастью, этот вопрос решен. Она нам предоставила подвоз, что мы можем детей возить теперь, потому что у нас были трудности тоже. И вот мы уже второй год возят нас, машина возит. Мой ребенок многому научился здесь, он тоже был, не понимал, в своем мире живет ребенок, но он многому чему научился. Каждый час проходят определенные занятия. Кто-то тренируется, кто-то рисует. Приобретено 10 единиц специального автотранспорта на сумму более 140 миллионов тенге, 180 миллионов тенге на открытие 15 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. По области зарегистрировано около 11 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Стоит отметить, что более 1500 из них – дети с ограниченными возможностями. Специалисты отрасли отмечают, что в последние годы количество детей этой категории растет. Соответственно, будет увеличено количество таких коррекционных кабинетов. Иван Однорог, Абзал Балтабаев, Медет Кайыркенов, Алмаз Садвакасов, Кукши Акпарат.